Осел спорил с тигром, какого цвета трава. Осел говорил, что трава синяя, тигр говорил, что трава зеленая. Когда их спор дошел до пика, они пошли ко льву, царю зверей, чтобы он их рассудил. И как только они подходили, осел закричал: «Ваше Величество, а правда ли, что трава синяя?» И лев ответил: «Так точно, трава синяя». И тогда осел сказал: «Накажите тигра, потому что он с этим не согласен. Он мне противоречит и меня раздражает». На что лев сказал: «Тигр будет наказан 5 годами молчания». И осел довольный ушел с этой встречи, проговаривая про себя, что трава синяя. Тигр обратился ко льву: «За что ты меня наказываешь? Ведь трава зеленая». И лев ему ответил: «Наказание ничего общего не имеет с цветом травы. Я наказываю тебя за то, что такое смелое и умное животное спорит со слом. Самая страшная трата времени – это спорить с дураком и хамом, которому не нужны доказательства правды и реальности. Есть такие люди, которым сколько бы вы ни принесли этих доказательств, будут желать только оставаться правыми. Они хотят правды для своих убеждений. Когда невежество кричит, ум молчит». Раньше был он пьющий парень, а теперь он стал качком. Но меня он не запарил, он остался дурачком. Если в башне поебень, то что ебень, что ли ебень? Если в башне поебень, то что ебень, что ли ебень?